Добрый день! Сегодня в видео мы вам продемонстрируем работу полуавтоматической перистальтической установки дозирования МДП-200Б. Внутреннее устройство панели МДП-200Б. Основной режим. Переходим на наладочный. Включение каждого отдельного насоса. В настройках. Основные настройки это длительный сигнал от педали и задержка снятия высокого уровня. Настройки самой панели внутренней и отдельно каждого насоса. Они у всех равны. Выбираем нужную нам голову, в данном случае у нас КЗ-25 и шланг номер 36. И режим перекачивания либо наполнения. У нас наполнение. Дальше необходимый объем дозы, время, за сколько он должен его дозировать, номера ошибок, если они у нас будут. Угол всасывания – это обратный вход и скорость обратного всасывания. Также есть калибровка дозы. Где мы? Первым делом сначала вводим необходимую нам дозу 100 мл. Потом нажимаем «Продолжить». Он нам разливает определенный объем. Дальше с помощью мерного стаканчика мы смотрим, сколько он нам фактически дал. И фактический результат уже записываем сюда. Он мне дал 100 мл, у вас это может быть совершенно другое число. И нажимаем ОК. Все. И так происходит калибровка каждого из насосов. Сегодня у нас будет настроено на 100 мл. Нажимаем кнопку «Пуск». И нажимаем педальку. Я вам поближе подвину.